обещаю тебе, если отречешься от крымского ханства, жалование ежегодное в 200 тысяч, до ханства в Персии. Крым ваш, императрица! Обещаем свято и непоколебимо за себя и преемников престола нашего, содержать их вравне с природными нашими подданными, охранять и защищать их лица, имущество, храмы и природную их веру, кое свободное отправление со всеми законными обрядами прибудет неприкосновенно. Апреля отмечает важнейшую дату. 240 лет назад в этот день императрица Екатерина Великая издала исторический манифест. Мы сейчас видели о присоединении Крыма, Тамани и Кубани к Российской империи. Документ был закреплен переход наших земель под державу российскую. При Екатерине II Крым стал одной из ярчайших жемчужин ее короны. В состав империи также вошла и Новороссия. Территория государства была расширена на запад и восток от Белого до Черного морей. Было образовано 29 губерний и построено 144 города. Присоединение Крыма к России имело большое прогрессивное значение. Стали быстро развиваться экономика и культура, торговля. Началось освоение огромного массива благородных крымских территорий. За короткое время при Причерноморской степи выросли новые порты и города. Российский флот надежно утвердился на Черном море. Сегодня нужно вспомнить и о том, что исполняется не только 240 лет с момента вхождения Крыма в состав России, но и 250 лет с того момента, как был ратифицирован Карасу-Базарский мирный договор, который был заключен с крымским ханом. Это был успех российской дипломатии, по которому это произошло в январе 1773 года, по которому Керчь и Енисей вошли в состав Российской империи вместе с прилегающими землями. Долгая борьба, которая позволила России укрепиться в Северном Причерноморье, получить выход достойный, хороший, надежный в Черное море, сделать Азовское море внутренним, обеспечить спокойствие на своих южных рубежах. Я вам скажу, что я не могу сказать, 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 что